I'll give the floor to the representative of the Russian Federation. Спасибо, господин председатель. Российская Федерация воздержалась по подготовленному США проекту резолюции Совета Безопасности о продлении мандата миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре в связи с тем, что ни одно из наших принципиальных и должным образом обоснованных замечаний, в том числе компромиссного характера, которые мы доводим до американских авторов уже не первый год, так и не было учтено. По этой причине представленная сегодня резолюция не отражает реальной ситуации на Земле, сложившейся в западно-сахарском урегулировании, и вряд ли будет способствовать усилиям личного посланника генсекретаря Стефана де Мистуры по возобновлению прямого переговорного процесса между Марокко и фронтом Полисарио в целях достижения взаимоприемлемого решения. Господин председатель, начиная с 2018 года в резолюции, продляющей мандат МОН-РЗС, вносятся изменения, которые, по нашим соображениям, наносят урон беспристрастному и неангажированному подходу к проблеме Западной Сахары. Возникают расплывчатые формулировки, которые вызывают вопросы. Формулировки, определяющие непосредственных участников конфликта и процесса западно-сахарского регулирования. Неуместными нам видятся многочисленные ссылки на утративший актуальность формат круглых столов, ограничивающий посредническую деятельность личного посланника. Мы с таким подходом не были согласны в прошлом, не можем поддержать его и сегодня. В этой связи хотели бы вновь подтвердить нашу последовательную позицию по западно-сахарскому регулированию. Выступаем за сбалансированную и непредвзятую линию. Поддерживаем усилия личного посланника по организации прямых переговоров между Марокко и фронтом Полисарио. В таком ключе, в том числе в качестве постоянного члена СБ и участника группы друзей Западной Сахары, продолжаем активные контакты со всеми заинтересованными сторонами. Ведем работу с марокканцами, полисарийцами, алжирцами и мавританцами. Призываем все стороны воздерживаться от односторонних действий, которые могли бы осложнить возобновление предметного политического диалога. Конечная форма урегулирования должна основываться на взаимоприемлемых развязках, которые бы способствовали справедливому политическому разрешению ситуации вокруг Западной Сахары, устраивающему как марокканцев, так и полисарийцев, и предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН. В заключение хотели бы подчеркнуть, что наша позиция сегодня отражает исключительно оценку недобросовестной работы неформальных кураторов над представленным сегодня проектом. В очередной раз подтверждаются самые серьезные сомнения в отношении беспристрастного выполнения неформальными кураторами страновых сюжетов в Совете Безопасности, взятых на себя обязанностей. При этом мы неизменно поддерживаем миссию ООН в Западной Сахаре, играющую ключевую стабилизирующую роль в плане создания благоприятных условий на земле для возобновления диалога между Марокко и фронтом Полисарио и продвижения мирного процесса, а также руководителя миссии Александра Иванько. Благодарю за внимание. I thank the representative of the Russian Federation for their statement.